Вагон сошел с рельсов, из цистерны льется мазут. По легенде учения, причиной аварии стала неисправность железнодорожного пути. На место аварии прибыли пожарные, бригада восстановительного поезда и впервые отряд Приморского центра «Экоспас» бороться с экологическими последствиями аварии. Идея заключается в том, что в реальной жизни, получая для того, чтобы ликвидировать последствия разлива нефти, необходимо специалисты, узкие специалисты, которые умеют это делать профессионально, качественно, быстро и в срок. Мазут убрали. Теперь надо поставить состав на рельсы. За это отвечает бригада восстановительного поезда. Уверяют, в этом сложности нет. Да нет, все, справляемся, работа нормальная. Параллельно из центра связи, который расположился неподалеку, о ходе учений сообщают в центральное подразделение РЖД в Москве. Такие учения в Уссурийске проводят ежегодно, но сценарий всегда разный. Главная цель – довести работу всех служб до автоматизма. Коллектив восстановительного поезда справился с задачей, уложился в норматив. Были, по легенде, и пострадавшие. Два сотрудника РЖД, срезанные раны руки и переломом голени. Здесь проверили готовность медиков. Их присутствие на месте аварии тоже обязательно. Дарья Орлова, «Панорама».